Всем привет, дорогие друзья, и хорошего вам настроения. С вами Рэй, мы продолжаем играть в Tower Conquest. Так, сразу бежим в тренировку и забираем наш отряд. И сразу же его на прокачку. Да? Точно на прокачку, да? Точно на прокачку. Так, арена. Выпадает нам 18 призраков. И помимо этого нам дают... Ага, слушай, смотрительно мне дали 23 карточки плюс. Ага, робот. Ну что, поехали в бой. Тут, я смотрю, будет разыгрываться у нас пряничный домик. Поехали. Так, новые противники, квест завершен. Ну, здесь, ребят, все по-быренькому делаем, на ускорение. Давай, фехтовальщик тут просто сейчас всех порвет. И ниндзю. Ну и, соответственно, сам замок с одного удара вырубает. Так, здесь мы прошли. Надо посмотреть, что у нас за ежедневное испытание. Так, а у нас здесь разыгрываются, ребята, 23 пряничных номика. Слушай, давай быстренько тоже. Быстренько. А получится ли у меня быстренько-то, а? Там противники такие. Давай возьмем Ронина. Сделаем вот так. Может быть, вот Джена здесь взять. Кто бы... Сейчас посмотрим. Так, я возьму, наверное, здесь ведьму. Замок у меня будет вот эта сфера. Самая топовая, так сказать. Давай, наверное, возьму когтистого сюда. И... нужен... Ну, в принципе, танк есть у нас нормальный. Ну, давай возьмем ниндзю, наверное, еще. Посмотрим. Так, у него очень много летающих, плюс тыква. Тыквоголовый. Ну, мне кажется, ребята, мы здесь справимся. У нас есть воин-маг, который, в принципе, с помощью своего отражения может обратно отдавать урон. Так что должно быть все нормально. Плюс Ронин. Сейчас я вызову, наверное, еще Ронина. Ронин не побежал. А вот, вот этот, да, ребят, этот типок жесткий. Но урон у него, конечно, ребят, смешной. Что-что, а урон... В плане. А что сейчас было? Это кто нас застанил? И каким, извините меня, образом? Даже, честно говоря, не особо понял. Конечно же, продолжение. Конечно же, продолжение. Давайте, давайте, быстрее мне. 23 карточки, пожалуйста, на базу. Нам пряничный домик же нужен, насколько я помню. Нужен. Жалко, что не запоминает он, да? Вот наше, так сказать, построение, которое мы делаем. Давай возьмем, наверное, молотильщика тогда уже здесь. И ведьму. Ведьма, 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 иди сюда. В отряде... Что? Что нужно в отряде? А, баш. Так я же вроде брал сферу, вы че? Че вы тут мозги-то пудрите? Я брал сферу. Ну что, готов. Так, ребята, сегодня попытался зайти в черепашки-ниндзя. Не могу зайти, не знаю почему. Не заходит и все. Так, ну что, давай, наверное, возьмем. Да пускай Ронин бежит. О, красавчик, сейчас. Опа. Ты смотри, он даже этого зомби, ребята, очень быстро. Ай-яй-яй-яй-яй-яй, вот это плохо. Да, когтистый, давай, ты сможешь ее. Нет, не смог. Не смог. Да все, тут можно ускоряться спокойно. Шансов тут у него вообще нету. Там Ронин бежит, тут, извини меня, молотильщик стругает, блин. Там еще воин-чародей бомбит, так что у него бы ничего не получилось. Так, здесь запрос... Золотая лихорадка. Соберите золотых монет 20. Погоди, погоди. Куда ты меня все отправляешь-то? Я еще не допрошел. У меня еще здесь один поединок. Сейчас мы его доделаем. И потом уже со спокойной душой, как говорится, пойдем на основное прохождение наших задач. Ну что, продолжить.
Что, сразу Ронина выпустить, может быть? Надеюсь, он... Нет. Он вышел еле-еле, ребят. Еле-еле своими носками шевелит, а? Блин. Давай-давай, сейчас он чумуху позовет. Ага, ты смотри, 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 что делал, видел? Этот пряничный домик сам себя отхиливать решил. Но не тут-то было. Против такой армии даже никакой отхил не поможет. Тем более, когда Ронин здесь во главе. Он там будет наяривать, будь здоров. Ну что, ребята, мы прошли с вами ежедневные испытания, а теперь, естественно, переходим на наше событие. Да, кстати, мы проходим это событие, и уже у нас в ожидании там следующий портал. Ну что, возьмем, наверное, вот этих вот ребят. У него страж, а у нас будет терракотовый воин, который, извини меня, тоже не уступает этому стражу ни в чем практически. Может быть, даже в чем-то и лучше, потому что нас у него отталкивает, а наш превращается в камень с поглощением урона. Так что тут еще надо посмотреть, чья возьмет. Вот, конечно, вот с этой массовой атакой, ребят, да, тут дело дрянь. На тебе, сразу же осел. Сразу, ребят, осел, как всхлопотал. Да все, 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 пускай даже тут не рыпается. Тут уже без вариантов. Запинали, отлично. Просто великолепно. Сразу же, ребята, ничего тут не будем рассматривать. Ох, 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 хищнец. Слушай, ну тут, наверное, нам надо будет вот этот, скорее всего, отряд брать. Хищнец. Кто его будет прикрывать? Блин. Ой-ой-ой. Слушай, по-моему, я, ребята, лопухнулся. Успел. Но опять же. Фух, трэш какой-то просто. Да иди ты. Лезет он. Вот же, давай. Совсем, ребят, другое дело. Чё, даже не зачаровали, блин. Да куда ты лезешь-то? Да ну. Смотри, что происходит. Ты посмотри, что происходит. Этот успевает отхиляться, ребята. Нет. Слушай, ну что-то вообще не в тему как-то. Блин, я, кажется, понял, почему тут, ребята, у нас беда такая происходит. Ураганчик в помощь, надеюсь. И всему виной вот эти вот, ребята, обалдуи. Прикинь? Все, мы, ребят, по времени сфейлились. Я, честно говоря, не ожидал, что мы вот так вот сфейлимся, блин. Из-за этих морпехов. Прикинь. Из-за каких-то морпех. Блин. Еще. А, мы урон получили по замку, мало того что. Еще и по времени сфейлились. В общем, я понял. Знаешь почему? Потому что этот отряд получается чуть ли не один из дорогущих, блин, у нас. Давай ускоряться. Если бы я позвал бы друидку в свое время бы,
успел бы накопить бы. Вот этого всего бы не было, бардака. Неожиданно, конечно. Так, в бой возьмем. Нет. Никаких других этих. Пока я с этими хламонами не разберусь, я никуда не пойду. Разбираться я с ними буду сейчас жестко. Блин, он же сейчас опять этого прыгуна своего вызовет, а? Давай, самурай. Вся надежда на тебя. Так, он сейчас опять дурика своего вызовет. Но тут уже поджидает его вот этот вот парень. Тыдыч. Который просто вырубает всех с удара. Что там происходит? Не могу... На. Есть. Тут быстро мы справились. Но опять же, ребята, повезло, что выпало ускорение у нас. Можно сказать, за счет ускорения мы здесь вырулили ситуацию. Так. Здесь у них пришелец. Слушай, ну с ним надо быть аккуратнее. Потому что он может нашего самурая забрать. Лучше бы он забирал, конечно же, ползуна. Угу. Летучий голландец тут вылетел. Сейчас я попробую, знаешь что, призвать богиню солнца. Так, богиня солнца. А, смотри, что мы сделаем сейчас. В плане, блин. Фаербол почему-то, ребята, его не уничтожил. Я не знаю, почему, по причине. Твою налево. Давай, богиня, жги их там всех. Ага, смотри, что здесь, смотри, смотри. И полетел на фаерболом по базе. Шикарно. Вот здесь получилось все отлично, ребят. Продолжить и... А сейчас будет предпоследний поединок, насколько я помню. И опять 25. Опять здесь этот прыгун, хищнец. Чтоб ему пусто было. Придется от него обороняться, как всегда. Так, ну что, самурай или кого? Что-то пока он никого не вызывает. Очень подозрительно. Хм. Да в плане, блин. Ты посмотри, что этот делает. Ты посмотри, посмотри, посмотри внимательно. Отражение. Какое нафиг отражение? Так, завязывай давай, парень, уже тут. Буянит-то мне, блин. Это щиты навешивает, а? Ураганчик. Жжж, правильно, всех их туда. Этот дурик решил со мной потягаться, что ли? Не могу понять. Блин, ну мне не нравятся эти щиты, вот серьезно тебе говорю. Давай-ка фаербол, наверное, еще разок звезданем сейчас. Отлично, тритона хотя бы этого вырубили. Так, 39 секунд, друзья. 39 секунд, это мало времени.
29 секунд. Блин, если сейчас эти стражники повыходят, как с ними долго тут, а? Приходится возюкаться. Есть. Успел фаербол. Я все-таки запуля катим туда. Ну что же, прекрасно. Так, на последней поединке у нас лорд пустоты. Ну-ка нафиг, я с ним не буду, ребят, драться. Естественно, только топовый отряд. Только топовый отряд. Нафиг, нафиг. Знаю я его на эти дуримарства. Покатишь до благодати, смотрю, да? Лети, лети, пришелец. Ты нам здесь особо не нужен. Я сразу буду призывать тогда ведьму. Раз есть такое окно у нас. Ведьма этого чувачка быстренько сейчас уничтожит. Пучеглазого. И сразу же Ронина. Квест завершен. Золотая лихорадка. Опа, видал, как он даже не успел, друзья мои, ничего тут прихватить. Тритон сосунок. Просто сосунок. На один удар его и хватило буквально. Ух, все, 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 все. До свидания. До свидания. Захотели мы тут повыпендриваться. Так, у нас еще и квест завершен. Так, ребят, забираем нашу награду. Сундук захватчиков. Вот, лорд пустоты. И тут еще сверху. Это у нас прокачанное, это прокачанное. Единственное, что бот-паук не прокачанный. Ну что, ребята, мы переходим в следующий портал. И здесь у нас идет нефритовая долина. Долина подданных. Территория захватчиков. Территория нежити. И опять же нефритовая долина. То есть две нефритки будет у нас. Две нефритки. Значит, здесь у нас идет эпоха самураев, да? Ниндзя плюс самурай. Ладно, давай тогда. По-моему, здесь будет у них тигр. По-моему, так. Блин, думал, успею. Так, ну, сейчас будет, понятное дело, да, ребят? У него ниндзя, у меня... Причем он ниндзю свою быстрее почему-то вызвал. Да ладно! Ребят, ищи в истерику. Есть. Тогда наша взяла. Наша здесь взяла, ребят. Не-не-не-не-не. Тебе тут уже ниндзя не поможет ничего. Ни твоя пагода, ни шмагата. Тотальное только уничтожение. Ну что, друзья, второй этап. Здесь, ага, пес храмовый. Но у меня... Блин, неужели вот это брать? Слушай, а как вот Джен против ниндзя? Хорошо или плохо? Ту-ту-ту-ту. Вот это вот, блин. Ай-яй-яй-яй-яй, успеем? Успел. Успел, ребята, я вызвать самурая. Теперь хочу попробовать у Джена позвать. Ну, ну, вроде бы неплохо, ребят. Так, опять ныть. Опять он в нытье, ребята, вступил. Я второго у Джена позвал. Ну, чего там такое? А что они стоят-то? Я не могу понять. Странные вуджены. Там стояла у нас ниндзя. Они даже не активировались. А, они замок не бьют, прикинь. Вот оно что. Они, друзья, не могут атаковать замок. А я не знал вот этого, кстати. Для меня это новость. Так, черепаха. Ну ладно, возьмем этот отряд. Я думаю, черепаху, если вот Джена будут атаковать ближайшего противника, черепахи там не сдобровать будет. Опять идет, а? Опять идет этот самурай. Ладно, вызываем против него паладина.
и Вуджена. Пускай она бомбит у них. Отлично. Минус ниндзя. Замечательно. Так, давай. Накумарили мы эту ниндзю. Накумарили. А вот и черепах, ребят. Ну что ты, Вуджен, я думал, что ты намного лучше будешь атаковать, наносить урон. Но это несерьезный какой-то. Давай, прижучивай. Сделаем на всякий случай так. Откуда этот самурай вытянулся? Вообще откуда-то сзади прилетел. Сзади экрана. Вытянули мы его. Есть. Ну что же, здесь мы тоже уничтожили. Так, ребята, четвертый этап. Здесь у нас копейщик, да? Против копейщика нам, соответственно, придется сразу же выпускать щитоботы. Это по-любому. Блин, щитобота. И тогда придется паладина еще вызывать. Блин, как ты меня дорога, это ниндзя, а? Выходит, блин. Теперь вот Джена придется вызывать еще. Давай. Вот так вот их всех, правильно, к ногтю. Всех к ногтю. Вот, Джен, так медленно едешь, летит, блин. Еле-еле своими там башмаками перебирает. Ну, давай дальше. Еще, что ли, всадника на журле? Или нам... Не, нам, наверное, лучше паладина здесь позвать. Есть. Ниндзя не успевает, ребята, просто-напросто. Кстати, вот эти вот атаки вот Джена, которые издалека идут, они замку не наносят урон. Понимаешь, да? Куда побежал-то, Роб? Щитобот, куда чесанул-то? Давай возвращайся обратно к нам в отряд. В строй. А то чесанул там. Так, смотри, так. Ты видел сейчас фонтанчик такой? Как будто у всадника из одного места. Так, ну что, последний здесь этап. Бог ветра, ёк-макарёк. Бог ветра. Мне вот почему-то кажется, что у них боссы сильнее, чем мои. Я не знаю, чем это связано. Но они сильные здесь. Хуя, вышел, на тебе сейчас, будьте. Ну и куда-то псина побежала. Ронин, ты опять? Что-то в последнее, Ронин, в последнее время у меня Ронин, ребят, ну вообще не хочет бежать. Всех туда. Ну, бомбите замок. Черепаха на яде отдуплилась. Да, чумнуха молодец, когда яд распрыскивает на земле. Он приличный урон наносит. Ну что, забираем наши награды. Нефритовые долины. И это у нас... так, Сакура, Тигр. В общем, это все у нас есть. Это нам не нужно. Долина подданных. Ага. Крестьянин плюс паладин. Ну, давай посмотрим. 99 уровня у него. Так, ну что, против этого... Ой. Давай. Есть, нашинковал. Он этих крестьяшек сейчас будет одного за другим чпокать. Ну, паладин тут понятно. Тут уже ничего не поделаешь. Явился, не запылился. Баллисточка, выходи. А клеточку как вам? Вот посидите, подумайте над своим поведением. А то раздухарился я там, смотрю. Не на шутку.
Ну все, одним словом, им тут крышка. Даже замок разлетелся в пух и прах. Так, идем дальше. Второй поединок у нас. Здесь копейщица. Ну, копейщица ничего страшного нам здесь не сделает. Конечно, против нее отправлять фехтовальщика — это глупо. Так что начнем с Джиггернаута. Блин. Ну, втроем. Сейчас они тут начнут меня. Видишь, отталкивает. Это вот эта вот копейщица, ребята, она отталкивает. Это она отталкивает. Опа, да отталкивалась. Чучундра. Робот, подъем. Две баллисты — это сила. Когда берешь две баллисты, ребят, все тут любого в труху перетерут. Причем шанс срабатывания пассивки в два раза увеличивается. А пассивка, ты сам знаешь, они стоят на месте и ничего сделать не могут. Ну как, они стоят на месте, могут биться, драться, но не могут ходить. То есть станем. Нет, не станем, а стан-то, когда враг вообще не может ничего сделать. А это, скорее всего, как бы... Ну, видишь, вот он стоит на месте. Обездвиживаем, во, правильно будет сказано. Мы просто врага нашего обездвижим, он стоит тупо и ничего сделать не может. Продвинуться, по крайней мере. Так, ну что, третий этап. Здесь у нас появляется грифа, грифон, блин, ребят. Ай-яй-яй. Мне не нравится наш замок вот этот вот. Вот серьезно тебе говорю, мне он не нравится, мне хочется его заменить. А, нет, тьфу ты, замок, нормальный замок у нас клетка. Я что-то подумал, что у нас этот, фаербол. Фига я попутал замки. Так, вот начинается, ребят, начинается. Так, Джиггернаут, ну они сейчас будут его уничтожать. И... Ну, баллиста, потому что там будут грифоны. Я пока их не вижу. Давай тогда жнеца, наверное, позовем к нам в помощь. Ай-яй-яй. Давай, жнец. Он сейчас тут разрулит все по полочкам. Все. Замок сейчас запинаем. Изи. Замок жнец запинал. Так, предпоследний этап. Пси, смешили меня. Они в этот бой просто добавили лучницу. Никудышную. Лучница-никудышница, так можно назвать. Ну чё, где ваши крестьяне? Нет, он начал. Так, я попробую сейчас. Блин, хотел жнеца. Да разве дадут они тебе жнеца вызвать? Клетка готова. Сразу оп, всех. Ну и с лучницей отдельный разговор. Давай, жнец, выходи. Он еще двигается довольно так быстро, жнец. Ага. На тебе. Сразу зомбики пошли. Еще клеточка. И ускоряшка. 3 секунды и все, и в хлам. 3 секунды, ребята, и в хлам. И последний этап, а у нас тут энергии нету, да, на этом отряде. Тут епископ, да, получается. Ну что ж, давай, давай возьмем этот наш топовый отряд. Он у нас уничтожает епископов любит, насколько я помню.
Ну что, начнем с мага воина, наверное. Ну да, наверное, с него и начнем. Так, он призвал паладина. Можно призвать ведьму, в принципе. Сейчас, я надеюсь, через отражение все-таки сработает тут половина. Угу, лучше от отражения, ребята, отдуплилось. Это ничего страшного. О, Ронин побежал. Епископ родной наш. Даже ничего не успел сделать. Просто вышел, улыбнулся и отдуплился. Да все тут кранты. Тут такая армия приперлась. Тут одной ведьмы достаточно. Она практически сама себя обеспечивает, армией нежити. И ничего ты с ней не сделаешь. Так, ну что, забираем сундук подданных. И нам выпадает здесь все это прокачано. Все абсолютно. Идем на территорию захватчиков. О, вот здесь вот, да. Здесь бородавочник и ползун. Оба скоростные и оба наносят очень неплохой, ребята, урон. Я даже сказал, ну, мощный. Поэтому он даже паладина, бородавочник, очень быстро сносит, если честно. Мы уже проверяли как-то с тобой. Вырубает он, конечно, вообще на ура. Просто на ура. Смотри. Видишь, сколько он урона наносит? Серьезно, чувак. Очень серьезный чувак. Да, что-то тут даже... Вот Джента не особо сильно бомбит, если честно. Ну что это, ёк-макарёк? Всадники на журавлях, конечно, очень, ребят, хорошо помогает в этом плане. Очень хорошо. Так, и у нас энергия здесь на этом отряде закончилась, прикинь. Твою налево, у нас только вот здесь есть. Давай попробуем. Ну тут придется, наверное, через фехтовальщика. Я знаю, что его сейчас быстро, конечно, очень будет уничтожать ползун. Тогда сделаем вот так вот. Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй. Фига он. Вот это да. Ты сейчас серьезно то, что сейчас было, сделал? Ёк-макарёк, ребят. Слушай, он достал уже. Так, ну куда ты бежишь? Ну, баллиста, ну... Фу, ты успела. Что-то тут, конечно, трешовенько получается все. Видишь, разбег, разбег делает. Ага. Так, рассосались там, я смотрю. Да, джиггернаутов наших тут, конечно, покромсали вообще. Просто на ура. Какой он бесявый, бородавочник этот, а? Вообще бесявый. И причем он все время у него выходит с разбегом. Постоянно. Так, ну что, у нас третий бой. Ну, с этим-то отрядом я здесь пройду все, ну, вообще на изи. Должно быть, по идее-то. Так, я не посмотрел, у него бородавочник был там? У него ползун, по-моему, да? Ладно, сейчас глянем. Угу. Ну, слушай, ну, и урон получает тоже нормальный.
У-ху-ху-ху-ху. Сразу двоих. Не успел. Кто не успел, тот опоздал. Даже не успел. Хотел разогнаться, да не успел, ребят. Ну вот и прекрасненько. Вот и славненько. Давай-давай-давай-давай, запинываем базу. По красоте. Так, ну что, у нас предпоследний поединок. Территория... Ой! Воу! А чё... А чё такое-то, я не понял. Так, Ронин, давай. Гасанул, красавчик. Рубаш этого охламона. Хотел выйти тут, понимаешь ли, мне. Уже разгон брал. Но не тут-то было. Шикарно. Так, друзья, по-моему, у нас больше энергии-то нету. Ни на каком отряде. О! Блин, ну тут смотритель. Тут босс-то смотритель, ё-моё. Это, конечно, будет что-то с чем-то. Против смотрителя, вот этим отрядом драться. О, даже я даже боюсь представить, ребят, что это сейчас будет за трэш. Он же будет сейчас всех брать под свой контроль. Нам надо будет богиню... Так он и богиню солнца может взять. Мы же все прекрасно знаем, на что способен, ребят, смотритель. А чё так долго ты с ним возюкаешься-то? Я не могу понять. Так, ребят. Всех туда, назад. Ниндзя, ну вот куда ты... Ой, дурёха. А вот, ребят, то, что я боялся. Фаербол, потом она дожарила его все-таки издалека. Нормально, нормально. Очень даже неплохо получается. Слушай, возможно, даже и выиграем. Да невозможно, а выиграем. Как он бесявый, а. Есть. Ну и славненько, да? Как говорится. Своими силами справились. Даже без топового нашего отряда. Это все у нас есть. Так, ну что, в следующей серии начнем мы с территории нежити. Точно больше нет? О, энергия есть, ребята. Одна накопилась энергия. Вот на этом отряде. Давай уже тогда отыграем. Банши плюс голем. Блин, я тебе скажу, что это не самый лучший вариант. Банши и голем. Я даже скажу тебе, что это самый худший, наверное, вариант. Крикунья это вышло, блин. Сейчас же будет орать, как всегда. Орать, психовать. Давай, всадник. Ты смотри, 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 смотри. Она еще себя захиливает, да? Ну-ка нафиг. Быстро их тут приструнить надо. Вот так вот. Орет там психопатка. Вот, Жен, я думал, что ты почему-то наносишь больше урона. Ты как-то вот... Если брать из дальников, ну, по-моему, это самый слабый урон. А самый мощный, по-моему, урон это идет у баллисты и у ниндзи. Так, заморозься ты. Во, наконец-то мы начали замок пинать, ребят. Наконец-то.
Давай, 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 родные, поднатужились. Есть. Ну что, замок в щепки. Тем лучше, как говорится, для нас. Энергии больше точно нету. Нету. В магазине что-нибудь есть? Так, бродяга. Нет, не то. Это все не то. Мне не хватает, ребята, на Вуджена. Двух карточек. Это чтобы его открыть, а потом опять его, ребят, прокачивать, блин. Трэш, конечно, какой-то. Ну что, ребята, на сегодня я буду закругляться. Всем большое спасибо за просмотр и до новых скорых видосиков.